Алиса, солнышко, ты надела свой спортивный костюм. Мы уже опаздываем на тренировку. Мамочка, не сердись, я еще не оделась. Как не оделась? Почему? Почему ты до сих пор в подгузнике? Алиса, ай-яй-яй, ну что это такое? Ты не понимаешь, сейчас я тебе все объясню. Подожди минутку. Вот, смотри, в моем шкафу висели только эти платья, мой спортивный костюм, мои штанишки и майки. Все пропало. Как пропало? Куда пропало? Этого не может быть. Ну-ка, давай-ка посмотрим вместе. Так, это у нас платье Эльзы. Его, конечно же, нельзя надеть на тренировку. Это у нас платье Снежинки. Оно тоже нам не подойдет. А это? Это платье Золушки. Нет, Алиса, в этом ты тоже не сможешь тренироваться. Странно, а где же тогда вся твоя остальная одежда? Я же тебе говорю, я не знаю. Ля-ля-ля. Ой, мамочка, вот ты где. Похвали меня, пожалуйста. Сегодня я сделала целых 5 добрых дел. Я пропылесосила. Помыла посуду. Протерла везде пыль. Навела порядок в игрушках. А еще я перестирала все детские вещи. Ух, какие же они были грязные. Эмили, ты большая молодец. Сделала так много полезных, добрых дел. Но неужели ты постирала спортивный костюм Алисы? Да, и он еще в стиральной машинке. Там были 2 шоколадных пятна. Я закинула его стираться в первую очередь. Ох, Эмили, Эмили, а ты знаешь, что теперь Алисе нечего надеть на тренировку? Похоже, сегодня она никуда не пойдет. Ой, я совсем забыла про ее тренировку. Я не хотела, чтобы так получилось. Алиса, прости. Я хочу на тренировку. Я хочу научиться делать колесо. А еще мостик. Солнышко, ну не плачь. Ты же не можешь пойти на тренировку в одном подгузнике. Ничего, сходишь туда на следующей неделе. Нет, я хочу пойти сейчас. Вам посылка. Посылка? Странно, я не помню, чтобы я что-то заказывала. О, или нет? Мне кажется, я знаю, что тут такое. Ну-ка, давайте-ка это проверим. Точно, моя догадка подтвердилась. Неделю назад я заказывала для Алисы в интернет-магазине детский костюм. И совсем про это забыла. Ух ты, какой красивый костюм. Алиса в нем может пойти на тренировку? Ну, конечно, может. Алиса, давай же быстрей одеваться. Вначале наденем вот эти штанишки. Ну, а теперь и новую кофточку с барашком. Вот так. Продевай свои ручки. Теперь надевай капюшончик. И повернись. Я застегну твою кофточку на липучки. Ну вот и все, Алиса, теперь ты готова. Можем идти на тренировку. Ура! Здорово! Я побежала! Алиса, стой, стой! А как же бирка? Мама, забыла ее оторвать! Ой, точно! Спасибо, Эмили! Ладно, сейчас мы это быстро исправим. Вот так, теперь мы можем идти. Ура! На тренировку! Эмили, я пойду отвезу Алису, а ты останься дома за главную. Присмотри за своими младшими сестричками. Хорошо, присмотрю. Ты не волнуйся. Друзья, понравилось видео, обязательно ставь лайк. Подписывайся на канал и смотри наши другие мультики с куклами и пупсиками. Пока!